Всем привет! В данном видео я хочу вас ознакомить с интересным проектом, который называется BuzzBeat. Мы будем рассматривать его различные преимущества и будем применять решения для взаимодействия с проектом. Проект перспективный, важный, полезный, и у него хорошая команда и хорошая активность. BizBit — это утилита токена ERC20, используется в экономике BuzzBit для оплаты товаров и расчетов с торговцами. Это двойное поддерживается и Fiat, и AgriPaper Mill бизнес, что создает богатую и устойчивую экономику. Также первая децентрализованная маркетинговая платформа для Papel Mill бизнес, которая позволяет продавцам и филиалам беспрепятственно взаимодействовать и вести коммерческий обмен. Это очень важно и очень перспективно, особенно в наше время. Также можно уже сегодня купить токен, и мы это будем делать в следующих видео. Что такое BizBit? Это фабрика по производству токенизированных бумажных фабрик. Используется в сельскохозяйственных отходах и других материалах для производства бумаги и блокчейн-технологии для создания ценной дополнительной бизнес-экономики, что увеличивает производственные мощности, эффективность и снижает потери и загрязнение окружающей среды. В его конструкции использовался стандарт ERC-20, позволяющий осуществлять экономический обмен стоимостью между участниками экономики BizBit, тем самым перекрывая поток экономических коммуникаций между физической и цифровой средой, обеспечивая тем самым более простую и быструю передачу стоимости. Также у нас указано, почему сам BizBit. Необходимость продуктивно утилизировать сельскохозяйственные отходы, тем самым уменьшая вред окружающей среде. Также удовлетворяя растущий спрос на бумагу, используя технологию блокчейна для улучшения экономического обмена. Это важно планету очищать и, конечно же, не засорять ее. И это будет в дальнейшем более перспективно и более актуально. Также у нас предоставлена информация о бумажной фабрике. Бумажная фабрика использует инновационные решения для достижения своих целей при производстве бумаги. Это достигается путем использования сельскохозяйственных отходов, таких как рисовая солома, теф-солома, багасса и так далее. Поэтому это очень важный завод и нужный. Далее я хотел бы вас ознакомить с whitepaper. Вот сам whitepaper. В whitepaper предоставлена подробная и детальная информация о проекте. Здесь расписано, как проект будет стартовать, благодаря чему он будет работать и благодаря чему у него будет все получаться. Это очень важный документ. Ссылка на документ будет в описании, поэтому, конечно же, изучайте и наблюдайте данный документ. Если вы изучите, вы всегда будете в плюсе перед теми людьми, кто его не изучал, и принимать важные решения в правильное время и понимать, что за проект, как он будет работать. Далее на сайте у нас есть информация о кошельке ERC20, и у нас его уже можно скачать в приложении Google Play или на App Store.
также Android либо iOS. Будет это совместимый кошелек, является стандартом ERC20 и может хранить в любых совместных кошельках ERC20, таких как InToken, MitreWallet, Coinami и так далее. Однако для простоты использования кошельки с мобильными приложениями предпочтительнее, это удобнее и актуальнее. Поэтому важно, что есть, можно скачать и пользоваться на здоровье. Также есть информация о дорожной карте, у нас есть информация, как проект будет стартовать, что он будет делать и ближайшие цели проекта. Далее у нас предоставлена информация о токене BizBit. BizBit — это фабрика, так же как мы говорили, поэтому нужно также изучить эту информацию на white paper. Также распределение токенов у нас. Мы видим, что символ у нас токен называется BOOT, начальная стоимость 50 центов за один токен. Общий объем у нас 100 миллионов, тип ERC20, и у нас есть смарт-контракт. Поэтому также перспективно и важно, что есть. Далее у нас есть информация о команде. С каждым человеком из команды можем ознакомиться более детально на социальных сетях. Поэтому изучать, также наблюдать и принимать решения для взаимодействия. Также советники, и с каждым советником можно всегда ознакомиться более детально. Также у нас есть информация о партнерах, о списках, где есть проект. Также вопросы и ответы, тоже очень важный раздел. Контакты есть также. И самого конца сайта можно присоединяться к социальной активности проекта. Я рекомендую присоединяться к социальной активности для того, чтобы наблюдать за последними новостями проекта и быть всегда в курсе всех новых событий. Это важное событие и очень перспективное. Поэтому изучайте, наблюдайте. В целом хочу подытожить проект. Важный проект, перспективный проект, сильный. Проект — это хорошая идея, проект — это идея очищать мир. Эта идея, это функция очищения мира, не загрязнять его, будет все время более актуальной. Следовательно, у проекта есть очень большие шансы брать большие куски из рынка. Поэтому изучайте хорошо, когда есть такие проекты, которые хотят спасти человечество. Всем удачи и всем пока.